перед началом видео, ребятушки, хочу посоветовать вам канал Дальнобой 50 Рус. Классный чувачок, который делает там видосы, плюс, конечно, еще прямые трансляции по Евротраку симулятору. Конечно, очень классный чувачок. Я думаю, что мы добьем ему соточку, как бы здесь осталось совсем капелька. И, соответственно, очень качественно хорошие видосики. И плюс, конечно, стримы, почему бы не покатать бы и, соответственно, делать какие-то обзоры микрофона, плюс стримы делать, спринтаусы, ну там уже почему бы и нет. Поэтому всем советую по-любому подписаться на его канал, буду очень сильно признателен. Пока-пока. Так, ребятушки, всем привет, с вами канал 24. Ну что, сегодня у нас очередной обзор мода, который называется Marco Polo Geo G800. Я не знаю, был он, не был, я не помню, короче, и решил, короче, с вами его снять. Увидел и почему бы не снять. Вот, давайте смотреть. Давайте смотреть, очень интересно. Вот, также хочу сказать всем спасибо за стримчик, красавцы, просто вожуха всем, кто присутствовал, и благодарочка просто огромная, просто огромная. Давайте смотреть, вот так вот у нас выглядит. По кабине 1, по шасси 4х2, по двигателям 147-187, по трансмиссии 5-5-5-5-5-5-5-5, по интерьеру, интерьер простой, такой своеобразный очень. Опять вот эти мне камеры подбешивают, ну блин, ну нахрена, ну... Ах, господи, сюда нет? Так, покраски, покраска у нас зеленая, все, все вот это у нас, пожалуйста, все... говорится, цвет меняется, плюс того, что у нее есть, собственно, скины, которые шли уже в комплекте, как говорится. Вот, вот эти скины, которые уже шли. Два файла у него было при установке, то есть, пожалуйста, устанавливайте, без всяких проблем, все у нас работает. Давайте пусть этот будет скин. По аксессуарам мы можем добавить пассажиров, плюс мы можем добавить, куда мы едем, туризма или куда-нибудь, плюс затемнение, я так понял. Да, или что? Да, плюс затемнение. И все, таблички как, никакой не можем добавить. Это плеха. Навигатор можем добавить, плюс сразу, который идет. Мы его добавим, посмотрим. И плюс, соответственно, стандартный руль. Все, на руль мы можем добавить вот это все дефолтно. И все, давайте смотрим. Очень интересно, кстати, посмотреть насчет того, что есть у него или нету эти, господи, анимации. Я надеюсь, что это все это присутствует, и он меня не должен, так сказать, разочаровать. Но я надеюсь, что не разочарует, потому что это ж пипец, если разочарует, реально. Поэтому сейчас мы будем... Да, кстати, ребят, я забыл, сейчас, секунду. 5 секунд, ребят. Я ж рули не, так не убрал, и мы ж, давайте мы на уже решительно уже на вот этом сделаем все, проверим. Давайте смотреть, давайте, давайте. Слушаем, во-первых, звук. Прикольно. Ну такой, почему бы нет. Работает анимация у нас, стоп-сигнал. Стоп-сигнал вижу сразу, анимация. Поворотники у нас работают хорошо. Свет. Но я не вижу, может быть, они и работают. Ну ладно, хорошо, ладно. Дворники у нас. Три положения, ну и почему-то я тоже не вижу. Ладно, аварийка есть, хорошо. Скорее всего, может быть, и есть, почему бы я просто не вижу. Подожди. Окей, хорошо. Хорошо, то есть у нас анимация здесь стекла есть. Дверька открывается. Все, дверька у нас открывается без всяких проблем. Что снаружи, что внутри. Заметка такая, очень интересно. Автобусом заметочка такая, которая была предыдущая, которой ни хрена здесь не было. Заметочка большая. Поехали. А звук? Слушайте, а звук, по-моему, не напоминает вам.
Что-то напоминает. Сейчас, секунду, выйдем уже на попрямую. Сейчас. Что-то слушайте, что-то напоминает. Ладно, вот сюда давайте. Ну-ка, ну-ка. А, кстати, у нас GPS еще работает. Блин, что-то реально напоминает звук-то, который мы с вами сегодня тестили. Грузовик. Ой, автобус. Блин, прям напоминает очень сильно. Мы сейчас давайте заднюю передачу включим и посмотрим, если он так... Ну-ка. Оно. Нет, если на самом деле... Ух ты, как крикнул. Если на самом деле, то это классно, звуковая. У нас нету, к сожалению, заднего входа назад, но звук есть. То есть вот так вот это вот. Что могу сказать? В общем. Мое любимое слово «общем». В общем. Модик прикольный. Покататься почему бы и нет. Если сравнивать, допустим, с тем автобусом, который мы с вами тестили, и с этим, ну, в принципе, одинаково. Что у того анимация есть, что у этого анимация есть. То есть я каких-то разниц не выделю, я просто скажу, что тот классный и этот классный. Определенно я не могу сказать. Как бы. Ну, блин, оба реально классные. И оба те, которые реально моды нужны. И очень качественные. Добавлю, очень качественные, что тут, что это. Поэтому, как бы, скачивайте еще один такой интересный модик, почему бы и нет. С вами канал А24, всем пока, всем удачи, подписывайтесь на канал, не забывайте о канале А24, ну и, соответственно, насчет рекламы, все ссылки в описании, подписывайтесь на канал Дальнобой 50 Рус, очень классный человечек, который делает, а будет, наверное, может быть и будет, может быть, ну, делает стримы ЕТС и Америку, соответственно, может быть, будет делать еще и обзоры, ну, обзоры он такие делает, почему бы и нет. С вами канал А24, пока-пока.